Добрый день, замечательно. Сегодня было такое творение, первый раз вижу такое вообще. Расскажите, пожалуйста, как это называется, то есть, когда вы поняли, что вы хотите? Как вообще вы это называете? Термины будут придумывать зрители. Термин, как это называется? Но я это делал и раньше, в своей студии. Я под музыку рисую картины. Я это делаю уже 12 лет. Внимание, дамы и господа! Но я это делаю все время. А мы начинаем церемонию открытия соревнований. Когда мне сказали люди, по преодолению препятствий этап Кубка мира. В студии, но нарисует CSI 3 звезды. И я это сделал.